Ваши билеты, Шахрезад ханым. Что за билеты? Вы летите в Дубай в эту среду. Не поняла. В ближайшую среду? Угу. Но как, Нурхаят ханым? Мы планировали лететь в Дубай в следующем месяце, а переносе речи не было. К сожалению, я не знаю. Анурбей попросил меня передать вам билеты и просил вас подготовиться к поездке. С вашим паспортом все в порядке? Продлевать не нужно? Не нужно. Извините за беспокойство, я просто не ожидала. Ну что вы, хорошего дня. И вам. Совсем не вовремя? Конечно. Что же мне теперь делать, Бину? Мехрибан возвращается в Баку. Жалко, это такая хорошая женщина. Это так. А Нигер не сможет присмотреть за Кааном? Она не может оставаться по ночам. Что же делать? С кем я оставлю Каана, Бину? Я смогла бы присмотреть за ним, но... Ты не сможешь, дорогая. Ты ведь не уходишь с работы раньше 9 вечера. К тому же ты даже по выходным работаешь. Верно. Ай, Аллах, и что же мне теперь делать, Бину? Успокойся, подруга, реши, не печалься. Я не понимаю, почему в эту среду? Встреча планировалась через месяц. Да, это так. Но Абдул-Вахаб Абади настоял. Просит встретиться как можно быстрее. Пусть приезжает сюда. Примем его в Стамбуле по всем правилам. Я предлагал, но не получается. У них переговоры с американцами. Вы с Шахрезад поедете? Да, с ней. Айшен тоже собиралась, но не поедет. У нее еще в Нью-Йорк поездка. То есть ты поедешь без финансового директора? Ее присутствие не обязательно. Мы не будем обсуждать финансовую сторону. Если хочешь, лети с нами. Это невозможно. Ты забыл? У меня встреча с министром. А, точно. Слушай, Анур, давай отложим эту поездку на неделю, и я поеду. Ты серьезно? Да, и почему мы так потакаем этим людям, а? Мы же известная и уважаемая компания. Будто ты не знаешь, как работать с арабами. И они больше нужны нам, чем мы нужны им. Что случится, если я не поеду? Пусть едут без меня в Дубай. Пойду поговорю с Анурбеем. Шахрезад, ты сейчас опять разозлишь его. Аллах, Аллах. Вы останетесь там на одну ночь? Угу. Проведем встречу и вернемся. Ясно. Что-нибудь привезти? Запонки, может? Возвращайся сам побыстрее. Анурбей у себя? Да. Ладно, если так. Можно войти? Да, конечно. В Дубай надо лететь в эту среду, оказывается. Верно. Мы говорили с вами о следующем месяце. Да, говорили, но ситуация изменилась в последний момент. Ясно. Будут ли проблемы, если я не поеду, Анурбей? Будут. Почему вы не хотите ехать? Дело не в желании. Я не успела подготовиться к поездке. О какой подготовке идет речь? Не успели взять разрешение у своего приятеля? Я не обязана ни перед кем отчитываться, Анурбей. Я всего лишь хотела доделать текущую работу. Это ненадолго. Нам нужна одна ночь. К тому же арабы не станут меня слушать, если я приеду к ним без архитектора, благодаря которому мы выиграли тендер.
В конце концов, они хотят видеть именно вас.